Пункту передержки бездомных кошек и собак в Мирном поможет Алроса Охрана. Специалисты предприятия запустили акцию «Хвостатый друг» и организовали пункт сбора корма, мисок, лежанок и лекарства для животных. До 25 апреля вещи от неравнодушных горожан собирают по адресу Ленина, 8, в кабинетах 207 и 210. Я сам очень люблю животных. У меня две собаки. Вот. И я наблюдаю на улице бездомных животных, понимаю, как им, насколько им тяжело, холодно. И они в этом не виноваты абсолютно, жить тоже хотят. И хорошо, что есть люди, которые этим занимаются, то есть приюты, которые это все организовывают. Это очень хорошо, и им тоже не всегда хватает помощи, возможности всем помочь. Поэтому мы помогаем им тем, чем можем. Собранные вещи и корм сотрудники Алроса Охрана вместе с волонтерами отвезут в пункты передержки бездомных животных. Посетителей в приюте принимают по расписанию вторник, четверг и суббота с 15:00 до 17:00.